Уважаемые жители и гости всесезонного и горного курорта «Горки город», вот и подошли к концу праздничные каникулы. Мы рады, что вы провели их вместе с нами и надеемся, что это станет вашей доброй традицией. Ну и напоследок, мы хотели бы оглянуться назад и показать лучшие моменты прошедших праздников. Всем гостям курорта «Горки город» хорошего катания, классного снега и незабываемых впечатлений. Приезжайте сюда катать, здесь круто. Много снега, счастья и добра! Хороших солнечных дней на этом прекрасном курорте. Здесь и летом, и зимой очень хорошо. Всех с Новым годом, всем счастья и пуха! Вы намного превосходите наши ожидания. Думали, просто весело отметим Новый год, а здесь еще такая прекрасная каталка. Танцуем и играем классную музыку, дарим людям предновогоднее позитивное настроение, чтобы кататься было веселее. Я раскрепощаюсь, то есть днем я чувствую себя как-то немного сжато. Я кайфую, ребята такие, как я, кайфуют. Поэтому больше нравится кататься в вечернее время, почему бы нет? Вечерние горки город – это вообще что-то потрясающее. Трассы хорошие, трассы мне очень нравятся. Всех с Новым годом! Дорогие гости курорта, мы рады, что вы выбрали именно наш курорт. Надеюсь, вам запомнятся эти каникулы новогодние. Пусть этот год огненного петуха принесет вам здоровье, счастье, любви, удачи, улыбок, благополучия, удачи, мира, добра вам и вашим семьям. В новом году мы желаем вам счастья, радости и море позитивных эмоций. Мы ждем вас зимой, летом и круглый год. С Новым годом! Merry Christmas, Russia! Желаем вам в новом году больше путешествовать и всегда возвращаться к нам. С Новым годом! Мы надеемся, что гости, приехавшие отдыхать в Горки город, увидели новый курорт. И мы их постараемся не разочаровать. Хочется пожелать всем вам в новом году, чтобы в вашей семье было тепло, уют, спокойствие, и чтобы курорт «Горки город» продолжал всех нас радовать. С праздником вас! С Новым годом!
сегодня выиграл. Не зря мы сходили. Уважаемые гости курорта «Горки город», желаем вам в этом новом году, чтобы перед вами открывались все двери. Дорогие гости курорта, казино открылось в тестовом режиме. Но уже сегодня вы можете посетить нас и по-настоящему почувствовать атмосферу казино. Наше казино работает на депозитной основе круглосуточно, 7 дней в неделю. Мы подготовили все для максимально комфортного пребывания в нашем казино. Это два ресторана «Брунелло» и «Баффет», центральный бар, 569 современных игровых автоматов, 70 игровых столов, 22 стола для американской рулетки, 38 карточных столов с блэкджек, русский покер, казино Texas Hold'em. Здесь одновременно могут с комфортом располагаться до 2000 человек. В течение всех новогодних праздников у нас подготовлена развлекательная программа. Ждем вас в гости и поздравляем с новым 2017 годом! Может быть, мы сделаем манекен-челлендж? Конечно, манекен-челлендж, круто! That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. We'll be right back.
жители Горки Город, с Новым годом вас, с новым счастьем! Пусть у вас будет всегда хорошее настроение, такой боевой настрой, чтобы у вас все со здоровьем было нормально после этого катания. Хорошо, договорились? Девчонки, будьте счастливы, будьте любимыми, чтобы каждая встретила своего мужчину, и он вас никогда не подвел. Хочется всем пожелать побольше солнечных дней, побольше хорошего настроения и, в принципе, на самом деле, не зависеть ни от каких обстоятельств, чтобы у вас всегда было классно, чтобы у вас всегда было тепло на душе, чтобы рядом были близкие и любимые люди, и всегда в вашей жизни присутствовала любовь. Дорогие друзья, жители, гости Горки Город, вы живете в уникальном месте. Я хочу, чтобы вы и ваши близкие были самыми здоровыми. И пусть все то, что вы загадали в Новый год, обязательно сбудется. Спасибо огромное вам, очень вас любим. Ну и всего самого лучшего. Я очень хочу поздравить один из самых фешенебельных районов в нашей стране. Я, как очень многие, когда говорили, сколько стоила Олимпиада, говорила, блин, за такие деньги. А потом, когда впервые приехала, потому что я все время ездила, была стройка. И сейчас увидела после гастролей в Германии, где все вылизано, вычищено. И вдруг я приезжаю, говорю, ребята, у меня ощущение по чистоте, мы из Германии не выезжали. По сервису здесь лучше. И еще тут говорят на русском. По безопасности лучше, когда ты можешь расслабиться и дышать таким воздухом. Я думаю, что это будет один из лучших мировых брендов. От всей души поздравляю всех жителей и гостей Горки Города и казино Сочи. С Новым годом, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. Доброго времени суток, дорогие друзья! Съемочная группа «Горки Город ТВ» продолжает свое праздничное шествие по улицам нашего курорта. И сегодня мы решили провести самую настоящую викторину с призами и подарками. В нашей викторине я задам 10 вопросов. К каждому вопросу назову 4 варианта ответа. Если вы отвечаете на все 10 вопросов, вы получаете наш большой приз. Если вы не отвечаете на 10 процессов, ну, да, мы его называем суперприз. Если вы не отвечаете на все 10, но какие-то отвечаете, вы получаете все равно приз. У нас беспроигрышная викторина. Супер. Мы играем. Готовы? Да. Да. Итак, первый вопрос. Название реки в Горке Город. 4 варианта. Мамхуц. Мздрылка. Мзымта. Мшага. Мне кажется, вот я последнее что-то. Мзымта. Итак, правильный ответ? Мшага. Мшага. Хорошо, это неправильный ответ. Черт. Там что-то, да, нам сдрывало. Да? Я не знаю, Даша, я доверюсь тебе, потому что я вообще не в курсе. А четвертый какой там был вариант? Мшага. Ну, давайте пусть будет мздрылка. Пускай будет мздрылка. Итак, ваш ответ – мздрылка. Да. Это неправильный ответ. Можно я скажу без вариантов ответа? Да. Мзымта. Мзымта, мзымта. И четвертый – мшага. Мзымта. Третий вариант ответа. Это правильно. Молодцы. Второй вопрос. Самая высокая точка Горки Город. Высота. Варианты ответа. 2200, 3900, 1650, 2375 метров. Либо 2200, либо 1200. Тогда 1600. Это неправильный ответ. Первый или последний? Ну, конечно, на Розе повыше-то есть. Здесь же точно 220. А мы не на Розе, мы на в горках. А, мы про горку? Конечно, 2200, 200, 200, 200. Это неправильный ответ. Блин!
Правильный ответ 2375 метров. Блин, чего такие лохушки? 2375. 2200. Это неправильно. 2375. Это мне тоже нравится. Точно. Окончательный ответ? Да. Да. Это правильный ответ. Третий вопрос. От какого слова образовано слово фуникулер? От слова подъем, гора, веревка или канат? Канатная дорога. Да? Канат. Итак, канат. Да, я снова неправильно. Это да? Правильный ответ. Давай гора. Ой, подъем. Не, бред, гора. Ну не гора тоже, подъем. Давайте канат. Канат? Да. Это правильный ответ. Ну что, какое-то немецкое слово должно быть? Еще раз. Подъем, веревка. Подъем, гора, веревка и канат. Ну я думаю, либо веревка, думаю, либо подъем. Канат. Подъем. Ну подъем так подъем. Это неправильный ответ. А, понятно. Ладно, давайте дальше. Веревка или канат? Канатная дорога, никуда. Это правильный ответ. Хорошо. Четвертый вопрос. Общее количество трасс в горке город. То есть всего, всех цветов. От зеленой до черной. Варианты. 7, 29, 45 или 15? 7 или 15? Ну, конечно, да. Ну, подожди. Горки город – это К-12, синяя трасса, красная трасса, две трассы там. О, слушай, ну, мне кажется… Профессионал. Блин, 15 как-то слишком много. 7. 29. Это правильный ответ. 29 или 45? 29. Мне кажется, нет, 29 маловато. Жахнуть так жахнуть. 45. Правильный ответ – 29. Ну, я же с размахом. Почему 45? Ну, 45. Пусть будет 45. Итак, 45? Это неправильно. Давай 45. Ну, давай 45. 45. Ну, чего ж там говорить про 45, если 7 нам много? 15. Это неправильный ответ. Правильный ответ – 29. Следующий вопрос. Название самой высокой точки спуска. Название. Черная пирамида. Почему так уверенно? Каждый раз, когда я называю какой-то известный, это точно. Слышали где-то? Да, слышали. Это правильный ответ. Черная пирамида. Я от сына слышал эти слова. Черная пирамида. Ты знаешь окончательный ответ? Да. Черный квадрат, черная пирамида или желтый круг? Черная пирамида. Черная пирамида. У нас 50% попаданий уже, хорошо. Сейчас будет салют и... Следующий вопрос. Слушайте, так снег летит, слушайте, мне ничего не видно. Мне дворник нужно сюда поставить, чтобы убирал мне снег. Следующий вопрос. Чем географически город Сочи превосходит все другие города Российской Федерации? Варианты. Самый длинный, самый квадратный, самый треугольный или самый короткий? Самый длинный вдоль моря. Согласна. Самый короткий. Самый длинный. Самый длинный город. Ну квадратный будет. Ну, точно не квадратный, точно не треугольный. Давайте длинный. Самый длинный. Ну да. Это правильный ответ. Молодцы. Седьмой вопрос. Год петуха 2017. Какого цвета петух в 2017 году? Варианты. Желтый, оранжевый, красный или синий? Красный. Красный. Нет, правильно. Какого цвета петух в 2017 году? Огненный. Красный. 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 Красный петух же. Вы молодцы. Петуха красного. Ну, так что давай, у тебя лучше будет красный. Да, пускай будет да, красный. Петух красный. Набум, да. Это правильный ответ. Год красного петуха. Следующий вопрос. Самая любимая звезда петуха. Земля, Юпитер, Солнце или Луна? Ну, я думаю, должно быть солнце. Солнышко встает, песни поем. Кукарикулу. Солнце. Это правильный ответ. Солнце, наверное. Солнце, может, это красное. Солнце. Солнце. То есть, какого цвета петух вот такие? Ну, у меня даже нет ассоциации. А здесь нет, ну, солнце. Ну, какой еще мог быть вариант? Ну, любимый, он встает на рассвете, такой кукурику, я вижу солнце и радуется. Конечно. Солнце. 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 Молодцы, это правильный ответ. Солнце. Следующий вопрос. Какие по счету были зимние Олимпийские игры в Сочи? Варианты ответа. 15-е, 45-е,
50-е или 22-е? 22-е, конечно. 22-е. 22-е. 22-е, мне еще тоже кажется. 22-е. И это правильно. Молодцы. Последний вопрос в нашей удивительной, интересной викторине, познавательной. Какая окончательная сумма по затратам на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году? Вот сейчас вы узнаете правильный ответ. 3 миллиарда. Варианты ответа. 900 миллиардов рублей, 100 миллиардов рублей, 1,5 триллиона рублей или 4 триллиона рублей? Ну, я думаю, в 100-то миллиардов положились. Наверное. Надеюсь. 1,5 триллиона, может. Ну, 46 на 4. Ну, наверное, да, давайте 1,5. Официальные или неофициальные? Космические, можно такой ответ? Официальные, у нас только официальные. Космические. Такого варианта нету. Вы переходите в следующий уровень. Какой вариант? Раз вариантов нет, надо назвать какой-то один вариант. 900. Неправильный ответ. Правильный ответ – 1,5 триллиона рублей. Черт, я хотел сказать 1,5 триллиона, ну ладно, ладно. Мы говорим 1,5. Полторашку? Точно? Это правильно. Можно первые два варианта повторить? Первые два повторить. 900 миллиардов или 100 миллиардов? 100. Правильный ответ – 1,5 триллиона рублей было потрачено на нашу Олимпиаду. Обалдеть. Ну что, надо переснять 3 вопроса. Да. Но все равно, слушайте, она же, я сказал, беспроигрышная викторина, поэтому вы в любом случае получаете призы. Класс! Секунду. Вот такие вот утешительные резиночки «Горки город». Спасибо! Их можно повесить красиво на руку или на телефон. Спасибо! И вот такие классные супер-значки «Горки город». Держите. Спасибо. Раз. Будем носить. Держите. Два. Да, цепляйтесь, если чтобы сразу все знали, что вы участвовали в нашей викторине. Приедем в Москву, всем покажем. Мы хотим вас наградить вот такой вот красивой кружкой «Горки город». Будете пить чай, вспоминать эту викторину, этот снежный вечер. И вот такую маечку. Я надеюсь, что все подойдет по размеру. Спасибо. Тоже будете ходить с ней. Итак, мы вам дарим от «Горки город» вот такую классную кружку, чтобы пить горячий чай или горячий шоколад. А вам вот такие красивые варежки. Большое. Я просто увидел, что у вас варежки. Это еще не все. Подождите, это не все. И еще. Вот такие значочки. Вы их можете повесить себе на куртке. Да, и все сразу будут знать, что вы были в «Горки город». Вот такой вот значок «Горки город». Да. Держите. Раз. Держите. Два. И это не все. Это не все. Мы же щедрые. Конечно. И еще мы вам хотим вручить вот такие штучки, которые вы сможете, допустим, одеть на объектив или на руку. Класс. Или на ногу. Ну что, пришло время вас наградить за ваши суперкрутые правильные ответы. Вы на один пункт, вот буквально на один вопрос. И у вас был бы суперприз. Но мы вам вручаем суперкрутые майки «Горки город». Спасибо большое. Носите их, радуйтесь. Ну и приезжайте всегда, возвращайтесь в «Горки город». Давайте, хорошего отдыха. Сегодня мы ответим на вопрос многих гостей нашего курорта. Что делать, если захотелось в теплое место покупаться и полежать на теплом песочке? Ответ очевиден. Мы приглашаем вас посетить аквапарк в «Горки город Молл».